Почти 10 лет боевых действий, 550 тысяч солдат, которые оказались вдали от дома и родных, 14 тысяч воинов, не вернувшихся с полей сражений. Все это история войны в Афганистане. Солдаты и офицеры сражались на чужой земле, на земле Афганистана. Но в то же время они защищали нашу российскую землю, поскольку обстановка на южных границах была достаточно сложная. В этом году вся страна отмечает 30-летие вывода советских войск из Афганистана и вспоминает не только прошедших афган, но и всех тех, кто исполнил служебный долг за пределами Отечества в множестве горячих точек. А так получилось, что в 2005 году наш сын Илья погиб в Чечне при прохождении воинской службы. Был сапером, погиб в Грозном. И теперь как бы нам он вдвойне. Мы помним и афганцев, и всех тех, кто погиб в горячих точках. И потому каждый год мы сюда приходим. Митинги, посвященные погибшим и вернувшимся домой участникам боевых действий, в Череповце начали проводить задолго до появления федеральной даты, еще с 1995 года. Только в афганской кампании приняли участие больше 500 жителей города и района. Традиционно более 300 жителей города принимают участие в данном митинге. Люди приходят студенты средних профессиональных учреждений, приходят наши школьники и, конечно же, приходят представители ветеранских организаций, патриотических городских организаций и родителей погибших ребят для того, чтобы выразить свое отношение, высказать слова благодарности тем, кто есть, кто остался жив сегодня с нами. В этот день ожили вновь не только воспоминания о тех страшных событиях, но и сами бойцы. Вместе со школьниками они встали в строй бессмертного батальона и снова взглянули на своих родных, пусть всего лишь с фотографией. На портрете изображен мой родной дядя Саша Степушкин. Он служил в Чечне и трагически погиб, защищая свой взвод. То есть он является гранатометчиком. Он сказал ребятам, то есть идите, я ваш, прикрою ваш отход. И то есть, защищая, он погиб от осколка, от гранаты, попавшего ему в голову. Завершился митинг минуты молчания и возложением цветов к памятнику воинам-интернационалистам. Анастасия Ходкова, Горплюснин. Новости.